Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Крышаков, Макс, очнись уже. Макс. Гинь. Испугался алкоголик, спрятался, да? Всех черти, у меня Ковалева. Белая горячка. За тебя там люди переживают, а ты... А я горю в аду. Господи, пожалуйста, а можно мне нормального черта, а не вот это вот, вот это вот все? Миш! Официант! Впрочем, чего от тебя ожидать? Ты же мозги включать-то не умеешь. Только важные знакомства заводить и взятки давать тому, кому надо. Не сработало в этот раз, да? Уйди, пожалуйста. О, я сейчас в окно выброшусь. Так, прекрати этот цирк, ты... Перестань мне читать нотации. Хорошо, я молчу, только отойди от окна. Хорошо, отойду. Знаешь, что говорю? Сейчас самое большое желание там напиться, забыться и сдохнуть в одиночестве. Уйди. Дверь надо закрывать, когда собираешься умирать в одиночестве. Я не закрыл. О, дурак. Крышаков, тебе не стыдно? Ну, нарушил закон, отвечай, а не заливайся, как последний алкоголик. Я ничего не нарушал. Меня подставили. Ну, конечно. Это любимая песня всех пройдох и мошенников. Ты говоришь мне ты? Та, которую Сапрон только что чуть не засадил в тюрьму, да? А я Крышаков. Научный сотрудник, а не миллионер, у которого непонятно откуда деньги взялись. Знаешь что, Ковалева? Самое большое желание сейчас – это взять тебя за шкирку и выбросить за дверь. У меня есть недостаток. Я женщин пальцем не трогаю. Поэтому уйду я. Так, я оставаться не собираюсь. И запомни, Ковалева, в своей жизни я не украл ни копейки. А все то, что на меня повесили, в этом твоя вина. Моя вина? Если бы ты тогда не заглохла на своем ржавом корыте, я бы сменил подрядчика. Из-за тебя я не доехал до Алмазова. Из-за тебя фундамент заливала моя бригада, а не подрядчик. И то, что меня сейчас посадят, в этом виновата только ты. Пьяный бред. И отрезв, как стекло. Почти. Повторить сможешь, когда протрезвеешь? Легко. Совести хватит? Я сейчас приму душ, выпью горячий чай, а потом прямо глядя тебе в глаза, скажу, что это ты меня разорила.
ты. Крышаков! Крышаков, ты что себе позволяешь? Выпусти меня! Это незаконное лишение свободы! Ну ты же меня в классе запирала! Дуй отсюда. Прости. Чтоб я не наговорил глупостей. Конечно, я сам дурак. Коля меня много раз предупреждал, что МОЗ-40 — это подозрительная контора. Я все отмахивался. Думал, Потапов все знает. А Потапов сейчас сам лежит в реанимации с сердечным приступом. А вот генеральный директор и главбух МОЗ-40 смылись с казенными средствами. А бухгалтерия? Там же должно быть видно, откуда, что, куда. Там так все запутано, что сам черт ногу сломит. Я нанимал аудиторов, но... Даже они не смогли ничего сделать. В общем, не знаю, главное, что все сводится к тому, что организатором вот этого вот вывода денег был я. А реквизиты и платежки — это все фирмы-однодневки. А подписи везде стоят мои и Колины. А почему Коли не задержали? Я сказал следователю, что он не виноват, что он ничего не знал, что все это он делал по моему указанию. Что теперь будет? Ничего. Мне конец. Имущество арестовано, эту родительскую квартиру тоже спишут за долги. Это все ерунда. Самое страшное, что мечта всей моей жизни теперь не сбудется. У тебя есть мечта? Ты думаешь, что такого человека, как я, не может быть мечты? Дай угадаю. Купить остров где-нибудь в океане вместе с океаном. Почти угадала. Я хотел построить детскую больницу, где детям было бы не страшно и весело лечиться. Знаешь, от чего умерла моя сестра? От аппендицита. Диагноз не вовремя поставили, потом перитонит и все. Представляешь, какая чушь в наше время умереть от обычного аппендицита. Потом я пообещал себе то, что я заработаю кучу денег и построю больницу, в которой детям никогда не поставят неправильный диагноз, где будут лучшие в мире врачи и лучшее оборудование. Вместо этого я буду 5-6 лет сидеть. Ну вот, если бы учил математику, сидеть бы не пришлось. Алло, у тебя сердце есть? Потому что если бы ты учил математику, ты бы научился думать, считать, анализировать. И тебя бы не облапошили, как последнего невежду. Что ты сейчас творишь, а? Сейчас тебе открывают душу. А ты опять со своими нравоучениями. Ты, Валю, ты вообще человек, а кто? Человек. С образованием и мозгами. Даже если я отсижу, я с нуля подниму любой бизнес, а ты со своими мозгами всегда будешь неудачницей и нищебродкой. Понятно? Счастливо отсидеть. Такие, как ты, всегда будут зависеть от таких, как я. Толку от вашего образования, а? У меня Коля лучшую бизнес-школу Оксфорда закончил, и то ничего не смог. А я бы смогла. Да ты что? Ковалева! Слишком много думаешь, если Ковалева. Понимаешь, бизнес и математика, они вообще не имеют ничего общего. Отойди.
Любой бухгалтер в бизнесе понимает больше, чем ты. Хоть и имеешь диссертацию. Хорошо, предоставь мне все свои отчетности и документы. Я в два счета докажу, что тебя подставили. Это что? Это тебе не доктор скупился. Здесь мозги нужны. Вот и посмотрим, есть у меня мозги или нет. Если бы они у тебя были, ты бы у меня посуду не мыла. Счастливо отсидеть. Я сижу, но я вернусь, и ты вернешься. И я сделаю тебя главной по тарелочкам. Привет. Привет. Меня в запас взяли. Поздравляю. Да, и я вот пришел деньги отдать, долг. Класс. Мог бы на карточку просто кинуть? Да, я думал, но просто дома как-то так тошно стало. Да, решил зайти. Да, может, чай попью? А, да, конечно, ты проходи. Это же я. Да? Это, если не ошибаюсь, 11 класс, кубок кожного мяча. Мы тогда чемпионами города стали. Да нет, это твой первый профессиональный матч. Тогда тебя только отобрали в основной состав. А откуда у тебя эта фотка? У меня даже такой нету. Да, так из старого альбома просто выпало. Вместе с Ралом? Кать! Да ладно. Ты никак была влюблена. Артур, уходи, пожалуйста. Скажи, мне это важно. Артур, правда. Артур, уходи, пожалуйста, правда. Ну, серьезно, иди мне, честно, завтра рано вставать. Кать. Артур, уходи, пожалуйста. Ну, правда, Кать. Мне рано вставать, ну, честное слово. Спасибо большое. Очень приятно, когда водитель такой вежливый и интеллигентный. Это моя временная подработка. Вообще-то я доктор наук. Что вы говорите? А можно ваш телефончик? Конечно, я преподаю математику. Нет-нет, мне надо сына каждый день из школы забирать. А если бы мы с вами договорились на постоянной основе, я могла бы вам за неделю вперед заплатить. Секунду, простите. Да, Макс. В смысле не передумала? Хорошо, я сейчас приеду. Сколько ты хочешь, чтобы посмотреть всю мою документацию и доказать, что меня подставили? Нисколько. Я сделаю это просто бесплатно, чтобы утереть тебе нос. Прекрасно. Я с удовольствием посмотрю на твое лицо, когда ты посмотришь на мои документы. А следствие разве их не изъяло? Ну вот это первая ошибка. Неужели ты думаешь, что я не оставил себе копию? Действительно. Никогда бы не подумала, что тебе хватит мозгов сделать резервные копии. Ковалева. Скинь мне их на флешку, я посмотрю дома. То есть ты думаешь, что я выпущу тебя с документами из этой квартиры? Ты будешь работать здесь. Ты серьезно? Угу. Мне может понадобиться несколько дней. Ну, я потерплю. Может быть, тогда к батарее меня прикуешь наручниками? Не дождешься. Максимум, что я могу тебе гарантировать, это горячее питание, ну и домашний уют. Не смешно, Коршаков. До свидания. Так и знал, что ты испугаешься и сбежишь. А я не собираюсь сидеть в твоей квартире, тем более неизвестно сколько. Может быть, ты думаешь, что я начну к тебе приставать? Что? Ковалев, ты не в моем вкусе. Я отношусь к тебе как к тумбочке. Знаешь, Коршаков, в математике есть такой термин – проблема перебора. Вот ты – сплошной перебор. Беги! Мамуль, я Женьку в воскресенье забирать не буду, в понедельник отведешь ее в школу? Да, хорошо. А что случилось? И во вторник, наверное, тоже. Ладно, хорошо, отведу. А может быть, даже всю неделю он у тебя поживет? А что случилось-то? Ты не пугай меня, пожалуйста.
Нет, нет, ничего не случилось. Просто у меня будет много работы, я таксую, у меня постоянные клиенты. И над статьей научно надо поработать. В общем, вы не приходите, не звоните, я сама приеду, хорошо? Почему ты так раскраснелась? Я раскраснелась? Угу. Катя. Что ты здесь делаешь? Тебя жду. Зачем? Да все думаю о фото. А ты не думай. Она еще стоит у тебя? Нет, уже не стоит. Кать, ну ты хоть что-то ко мне чувствуешь? Хватит строить из себя героя-любовника. Возвращайся к жене и дочке. Ты им очень нужен. И у меня наемный работник, а значит, ты ни при чем. Ага, конечно, они меня как соучастника запросто. Ты пробовал уговорить инвесторов забрать заявление? Да какой там? Мэрия на ушах, Сапронов на пушечный выстрел не подпустит к инвесторам. Инвесторы сами, конечно, в шоке, их так жестко никто не кидал. А следователь ничего не хочет слушать. Ну, его, наверное, можно понять, раскрутить дело о хищении бюджетных средств на повышение пойдет. А меня же выпустили под подписку о невыезде. Макс, Серегин слился. В смысле? В прямом, на звонки не отвечает. Дома сказали, что он куда-то уехал. Если в ближайшее время мы не найдем доказательства того, что руководство «Атланта» ни при чем, меня закроют уже навсегда. Коль, поздно. По-моему, за мной уже пришли. Покажи мне мое рабочее место. А это что? Это вещи. Ты же не думаешь, что я обойдусь без чистой одежды, зубной щетки и домашних тапочек? Макс, Макс, алло. Ковалева с вещами пришла. Коль, только больше ни о чем не спрашивай. Да? Катерина Ивановна. Это вам. А, от кого? От мужика Коза. Спасибо. Извини, ногу. Что? Я говорю, ногу подними. Может быть, тебе поесть приготовить? Яичницу с грибами, глазунью или картошку? Что? Я говорю, я картошку готовлю по своему рецепту с соусом. Хочешь? Что? Ковалева, может, тебе время зря не тратить, а? Ты сидишь уже сутки и пялишься в монитор, как баран на новые ворота. Так, мне нужен черный кофе с сахаром и тишина. Хорошо. Так, я не позволю, чтобы у меня в доме ты умерла с голоду. Давай, ешь. Mm-hmm. Спасибо. Так. Вкусно? Чего? Понятно. Понятно, я старался, думал, ты рецепт попросишь. Соус попробуй. Ничего не понимаю. Как тебе соус? Я в него кинзу добавляю. Чувствуешь аромат? Так, я начинаю решать. А X и Y будто из разных уравнений. Я не... Если сразу застирать, то пятна не останется. Давай, раздевайся. А-а-а. Нет, тут все верно. Соня. X умножаем на скобку, из Y извлекаем корень. А если... Соня! Ты что делаешь, а? Там ванная. Иди разденься, там халат висит. Угу. Я поняла. Значит, логарифмы здесь не помогут. Это нужно решать от обратных уравнений. Сейчас спит. Вот, перезвоните позже. А кто это? Это Макс Крушаков. Простите, я не могу сейчас разговаривать. С кем ты не можешь разговаривать? Прости, разбудили. Мама твоя.
Ты знаешь, что отвечать на чужие звонки – это хамство? Ну, я просто не хотел тебя будить. Могла бы спасибо сказать. Спасибо. Мама, я спала здесь исключительно по делу. Соня, ну ты взрослая девочка, и, пожалуйста, спи, где ты хочешь. А у меня потрясающие новости. Математиша Аналин напечатали твою статью, ты понимаешь? Нет, ну ты представляешь? Это же ведущий европейский журнал. Спасибо, я рада. Сильно влетело? Так, я сегодня закончу сводную таблицу поступлений и расходов и начну делать уравнения. Завтрак на столе, а я на допрос. Когда вернусь, не знаю. И вообще не знаю, вернусь ли. Подожди меня здесь. Привет. Что ты здесь делаешь? Да вот пришел спросить, как мои цветы поживают. Артур, уходи. Не хочу. Артур, уходи и больше никак... Кать. Да я теперь никогда не уйду. И тебя никогда не отпущу. Соня! Ковалева! Я здесь. Слушай, а что ты здесь делаешь? Ты чего сидишь? Я тебе звоню. У тебя телефон выключен. Я думал, ты сбежала. Часа два назад свет выключили. Я сначала подсвечивала себе всем, чем могла, потом это все село. Телефон, потом ноутбук тоже сел. Блин, давай руку. Давай, встань. Понимаешь, дом старый, но под станцией часто аварии случаются, поэтому... Ну, когда свет дадут? Ну, кто его знает. Может быть, через 2 минуты, а может быть, к утру. Но на этот случай у меня есть вот что. Слушай, у меня спички кончились. У тебя зажигалка есть? Ну, значит, романтика отменяется? Ты издеваешься? Нет, я не издеваюсь. Моя сестра, она боялась точно так же, как ты, темноты. Забивалась в угол, пряталась, тряслась. Я ей давал ложки, она на них играла. А я ей пел частушки. Я не трясусь и не боюсь темноты. Боишься? Ты чего ты взял? Даже в прихожей свет не выключала, чтобы в темноту не возвращаться. Скажи мне о себе еще немножко. А что тебе рассказать? Я не знаю. Отец у меня алкоголик, рано умер. После того, как умерла сестра, мама тоже заболела, и я решил ей помогать. Устроился на работу грузчиком, ну, еще во время школы. И тогда я понял, что, ну, хочешь жить, умей вертеться. Но знаешь, когда я заработал
первые деньги, встал на ноги и уже мог помочь. Мама тоже ушла. Я хотел продать вот еще вот эту квартиру, но не смог, потому что здесь столько воспоминаний, даже ложки маминой. Вот. Никогда бы не подумала, что ты такой сентиментальный. Почему? Не знаю. А у меня благополучная семья. Отец научный сотрудник, а мама инженер. Повезло. Да, но папа 20 лет назад взял и ушел к молодой аспирантке. Мы с тех пор не общались. Он уехал в Штаты, не звонит, не пишет. Так что спорный вопрос, что лучше, отец, который пил и умер, или отец, который предал. И Женьке моей с этим не повезло. А что ты пел Вите, когда она боялась темноты? Давай попробуем. Держи. Можешь? Наверное. Ну попробуй. Да. По военной дороге шел петух одноногий, а за ним 18 цыплят. Что это? Так. Он зашел в ресторанчик, прикупил там стаканчик, а цыплятам купил лимонад. По военной дороге шел петух на ноги, а за ним 18 цыплят. Доброе утро. Я что, заснула? Ага. Слава богу. Сил уже никаких не было. Ты о чем? Ну как, ты стала мне рассказывать тему своей последней научной работы. Это было ужасно интересно. Но потом ты вырубилась на полуслове. Воды мне дай, пожалуйста. Конечно. А чего ты меня не разбудил? Ты что, шутишь? Я пошевелиться боялся. Ты бы стала мне рассказывать про логарифмы, интегралы, про топологию. Держи. Смотри, какие умные слова запомнил. Что? Ты мне плечо вывихнула. Как? Ну, наверное, своей головой. Она у тебя такая тяжелая от ума. Знаешь, мне вчера показалось, что ты нормальный человек. В сущности, даже хороший. Просто было темно. Понятно, я ушла. Подожди, а куда ты уходишь? А работа? А я тебе не сказала, да? Я все сделала, все в твоем ноутбуке. Вряд ли ты, конечно, что-то в этом поймешь, но если твой Коля действительно настолько умный, насколько ты говоришь, он во всем разберется. Покажите следователю, вас отпустят. Ты серьезно? И купи, пожалуйста, новую посудомоечную машину в ресторан. Любой труд должен быть эффективным. Коля, давай бегом ко мне. Мне нужна твоя голова. Бегом. Коллеги, я хочу поздравить всех с победой. Ситуация была сложная, но мы выпутались из нее с честью. С меня, как с генерального директора, сняли все обвинения, инвесторы отозвали свое заявление, и теперь «Атлант» может работать в полную силу. Здравствуйте, Максим Викторович. Макс, я сейчас все объясню. Иван Ильич не сбежал, как мы изначально думали, а он по своим связям разыскивает директора и главбуха МУ-40, который сейчас дает признательные показания в Следственном комитете. Главное, что они не успели деньги вывести за границу. Мне мои друзья из АББ шепнули, что все средства на днях будут возвращены на счета «Атлант». Я всегда знал, что на тебя можно положиться. Представляю, что вы подумали, когда я исчез. Я подумал, что если ты исчез, значит, так надо. Садись. Максим Викторович, еще раз простите меня. Все простите. Семен Семенович, вы не специально.
Старый дурак. Доверился племяннику. Он поручился за этих шулеров из МОС-40. А теперь говорит: дядя, надо было думать своей головой. Семен Семенович, вам нельзя нервничать. А где Ковалева? Кому мне? Многие кланятся. Ковалева сейчас выносит мозг рабочим. Привезли новую посудомоечную машину. Пойду спасать рабочих. Продолжаем работать. Новую посудомоечную машину нужно поставить вот сюда, прямо напротив старой, чтобы я могла загружать их одновременно, не сходя с места. А так я буду куда бегать? Туда-сюда? Это нерационально. Значит, для этого нужно демонтировать вот эту вот раковину и сдвинуть ее на 94 сантиметра правее, а уже сюда ставить новую... Ковалева, тебя можно секунду? Я сейчас подойду. Начинайте. Это тебе. Ты не представляешь, насколько я тебе благодарен. Понял, что зря тогда из окна прыгал? Я понял, что я тебе очень много должен. А я не хочу оставаться в долгу, поэтому я тебя очень прошу не отказываться. Хорошо. Будем считать, что я тебе больше ничего не должна. Нет, этого мало. Ковалева. Слушай, а чего они ничего не делают? А чего вы стоите? Я же... Думаем. Что тут думать? Я сказала же, поставили... Ковалева! Ладно, потом поговорим. Так, начинайте без меня, я сейчас подойду. Кать, ты мне срочно нужна как психолог. У меня, похоже, большие проблемы. Соня, я рада, что ты мне позвонила. Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Кать, у меня все тоже очень серьезно. Что случилось? У меня раздвоение личности. Соня, не пугай меня, пожалуйста. Мне самой страшно. Одна моя личность, серьезная, сдержанная, воспитанная, умная, она говорит, что нужно бежать подальше от этого ужасного человека. А вторая личность, глупая и несерьезная. Этой второй личности этот ужасный человек нравится, и я не знаю, что делать. Коршаков, что ли? Да какая разница? Скажи мне, как психолог, может быть, есть какие-то тренинги, ну, чтобы разлюбить человека помимо своей воли? Таких тренингов нет, Соня. А что делать? Ничего не делать. Ну, как психолог, я скажу, как у нас говорят, если проблему спрятать глубоко внутрь, будет еще хуже. Так что ты... Дай волю вот этой вот своей второй личности, и пусть она рулит. Ты с ума сошла? Ты что, хочешь, чтобы я стала очередной какой-то влюбленной в этого барина дурой? Значит, Коршаков все-таки. Как тебя угораздило-то, а? Сонь, я тебя с таким лицом никогда не видела. Каким? Со счастливым, с каким? Так что знаешь что? Бери ты этого Коршакова в охапку и живи в свое удовольствие, наконец. Ты издеваешься? Он во мне и женщину-то не видит. Я вернусь к Артуру. Да, я не могу жить одна. Соня, вот как раз то, о чем я... хотела с тобой поговорить. Об Артуре? Да. Я его люблю. Я его люблю очень сильно и очень давно. Еще со школы. И я запрещала себе смотреть в его сторону, потому что знала, что он нравится тебе. Катя. Я знаю, что я плохая подруга, я знаю, что я предательница, я знаю, что я отвратительный человек. Прости меня. За что? Соня, я не смогла ему отказать. Он пришел ко мне и... Мы живем вместе. Прости меня. Кать, иди сюда.
я очень за тебя рада. Я очень рада за Артура. Ты-то из него точно человек сможешь сделать. Постараюсь. Очень. Жень, давай быстрее, а то в школу опоздаем. Мам, ты сама меня заставила проверить все учебники, а потом еще кроссовки перешнуровать два раза. Ну, правильно, потому что во всем должен быть порядок. Что с разгильдяями бывает, знаешь? Знаю. Всякие неприятности вплоть до тюрьмы. Правильно. Ты что здесь делаешь? Держи. Твоя. Заработала. Ты серьезно? Угу. Интеллектуальный полный привод, гибридный мотор, вариатор последнего поколения. Можешь вон ребенка с ветерком в школу возить. Привет. Привет. А что за цвет? А что за цвет? Ну, на таком только тупые блондинки ездят. Мне сюда даже садиться неудобно. Ну, понял. Поменяю. Ничего ты не понял, Крышаков. Жень, садись в машину. Меня устраивает моя машина. А больше всего меня в ней устраивает, что я тебе за ее ремонт больше ничего не должна. Я вот думаю, Соне надо сказать, что мы вместе. А я уже сказала. В смысле? И... Обрадовалась. Странно. Может, она меня не любила? За что тебя любить? Эгоист. Ну, да. Нарцисс. Конечно. Бабник. Естественно. Но я исправляюсь. Да? Справляюсь. Ну, ладно. Я вот думаю, что Женька совсем меня не простит и... Не знаю, только если на нее квартиру переписать. Ну, ты перепиши, а там видно будет. Да? Ну. Миш, тут кто-то свои вещи забыл, чуть в машину не сунул. Вы как-то повнимательнее будьте. Никто ничего не забыл, Софья Владимировна. Это вам. Купли-продажи, нотариус, Ковалева Софья Владимировна, дата рождения, город Москва. Учитывая, что арматура под опорой будет готова с опережением графика, нам надо удвоить закупки бетона. Ну хорошо, передайте эту информацию Николаю Петровичу, он... Максим Викторович, я в ваших подарках не нуждаюсь. И вот ваши ключи. И купите лучше на кухню новые печки и холодильники. Наши уже старые и жрут много электроэнергии. Ковалева, подожди. Хватит уже. Тебе же жить негде. На квартиру я как-нибудь сама заработаю, когда устроюсь по специальности. Подожди. Устроюсь по специальности. Извини, что я раньше об этом не подумал. Коллеги, позвольте вам представить нашего нового финансового директора, Ковалеву Софью Владимировну. Она спасла нашу фирму от разорения. Максим Викторович, у вас купить меня не получится. Все свободны, совещание закончено. Что он вообще себе позволяет? Сначала машина. Потом квартира, это должность финансового директора. Кто вообще дал ему право меня унижать? Ну, все мечтают о таком унижении. Мам, я не хочу. Нет, все. Хватит с меня. Я возьму и уволюсь. Ты что, нашла другую работу? Нет. Но терпеть дальше унижение я не собираюсь. Опять денег не будет. Так ты больно умная стала. Ешь давай. Сонь, ты хотя бы о ребенке подумай. Ну, куда ты пойдешь со своим гонором?
Ты нигде промолчать про свою ученую степень не можешь. А теперь смогу. Меня жизнь научила. Вон, вот, опять звонит этот благодетель. К ним новое унижение мне придумал. Пожалуйста, возьми трубку. Нет, ну, просто узнать, какое. Мама, ни за что. Дай мне блинов. Я уже и так и сяк пытаюсь выразить ей свою благодарность, а она только ноги о меня вытирает. Сегодня вообще прилюдно меня унизила. Ты что-то не так делаешь. Слушай, а может для нее твои подарки — это как демонстрация власти, богатства? Хорошо, что мне делать, чтобы не быть жлобом и быдлом в глазах такой интеллигентной девушки? Я знаю. Тебе нужно ей сделать предложение. И тогда... Подожди. Я женюсь. Я точно женюсь. На Ковалева мне будет плевать. Макс, ты меня пугаешь. Соня, ну я тебя очень прошу, ну не торопись ты, пожалуйста, с увольнением. Мама, я все решила. Ну что, опять на вольные хлеба? У тебя сейчас стаж трудовой идет, стабильная зарплата, соцпакет. Возьми, пожалуйста, трубку. Ты видишь, какой он хам? Я не хочу с ним разговаривать. Он звонит на весь дом. Крышаков, я привлеку тебя к ответственности за преследование. Да, Ковалева. Сонечка, это Игорь Ракитин. Очень рад вас слышать. Примите мои поздравления. Ваша статья в «Математиш Аналин» произвела полный фурор. Это я позволил направить ее в журнал после того, как Жданов вынудил вас уволиться. Признаться, я и сам после этого уволился. А вы теперь где? Я теперь ректор Института экономики и финансов. И если вас, Сонечка, заинтересует мое скромное предложение, буду очень рад. А как вы смотрите на то, чтобы занять должность завкафедры на факультете информатики и прикладной математики? Да, я, конечно. Я буду рада, спасибо. Что? Что случилось? Мама, ты такое счастье. Что случилось? Говори быстрее, ну. Я теперь этому барыге покажу, кто есть кто. Я с вами с ума сойду. К какому барыге-то? Женя, что происходит? Я вообще не в курсе. Дамы и господа, минуточку внимания. Отвлекитесь от ваших дел. У меня важное заявление. Сегодня прекрасный день в моей жизни. Я при вас делаю предложение вот этой вот прекрасной девушке Елене. Алла? Аля. Прости, пожалуйста, я просто очень волнуюсь. Я забыл кольцо. Ничего страшного. Миша. Пошли мне в бардачке кольцо. Бегом. Прости, пожалуйста. Прости. Максим Викторович, я прошу прощения, что я в такой неподходящий момент, но мне срочно. Поздравляю. И прощайте. Вызывали, Игорь Денисович? Вызывал, Сонечка. Присаживайтесь. Благодарю. Какие планы на вечер? Никаких.
А давайте вместе поужинаем. Давно хотел набраться наглости и показать вам свою монографию. Мне очень важно ваше мнение, как ученого с именем. С удовольствием. Я даже знаю хороший ресторан. Называется «Атлант». Слышали? Не припомню. Там очень хорошая кухня, великолепное обслуживание и цены весьма человеческие. Не люблю я рестораны. А давайте посидим у меня дома. Да, не знаю, как-то неудобно. Еще как удобно. Я один живу. Хорошо. Только давайте тогда встретимся у меня, а не у вас. А ты чего лежишь? Почему не одеваешься? Отстань, пожалуйста. Я купила тебе специально пижаму. Это пижамная вечеринка. Угу. Я не идиот, чтобы ездить к твоим друзьям в пижаме. Скажи спасибо, что я и так каждый день с тобой на тусовке езжу. Ну, спасибо. Только у меня почему-то все друзья спрашивают, а что с Максом? У него что, кто-то умер? Пожалуйста, отстань. Слушай, через неделю свадьба, а я тебя и слышу, только отстань. Ты же нормальным мужиком был, что случилось? Пожалуйста, езжай одна, скажи, что у меня голова болит. Пожалуйста. Макс! Честно признаться, Софья Владимировна, я давно присматриваюсь к вам, но вы были замужем. Что? Какой ужас. Что? У Жени завтра контрольная, я должна была ее пораньше забрать у мамы, и мы должны были позаниматься. Ну что же, у нас еще будет время. А как же я ценю в вас эту обязательность и пунктуальность? Давайте я вас провожу. Что это вообще все значит? Я полюбил другую женщину. Макс, у тебя? Николай Петрович, Максим Викторович просил его не беспокоить. Даже меня? Леночка, Николай извините, Петрович. Дело очень срочное. Макс, давай срочно едем на стройку. В шестой опоре береговой части моста образовалась трещина. Нужно решать, сносить, укреплять. Коль, съезди сам, а я потом посмотрю. Это что у тебя? Николай Петрович, ты мне можешь объяснить, почему у косинуса функция четная, а у синуса нечетная, а? Что, ни о чем? Да ни о чем. Я осваиваю школьную программу, застрял на тригонометрии. Помоги. Зачем она тебе? Я поступаю. В Институт экономики и финансов. Уже подал документы. Макс, купи диплом. И дело с концом. Коля, ты не понимаешь, я не хочу покупать диплом. Я хочу, чтобы каждый экзамен, каждый зачет, каждая сессия вот этим вот горбом почувствовалась, понимаешь, чтобы все по-честному было. Да какие зачеты, Макс, не поздно ли? Педагоги будут моложе тебя. Ну и что, главное же знания. Я понял. С опорами я сам разберусь, позвоню. Коль, ты мне поможешь или нет? Я не помню это все. Вот к Ковалевой обращайся, она все помнит. Поможет. Ты думаешь, я об этом не подумал? Пошлет она меня? Не пошлет, Макс. Гарантирую. Сонечка, я долго думал и, наконец, понял. Что, Игорь Денисович? Вы именно та женщина, которая мне нужна. Выходите за меня замуж. А, это очень неожиданно. Вы согласны? Вы очень приятный человек. Воспитанный, умный, тонкий, порядочный. Мне нравится проводить с вами время, но... Вы мне отказываете. Нет. Нет, конечно, нет.
Просто сейчас очень сложное время. Вступить на экзамены я в приемной комиссии, вы же знаете. Ну да, конечно, я же сам вас туда назначил. Да, спасибо. Плюс у меня 3 ученика факультативные. Я готовлю их к научной конференции. Мы могли бы вернуться к этому разговору позже, в более спокойной обстановке. Конечно, Соня. Я подожду. Спасибо. Вот сейчас слушал вас и окончательно понял. Вы моя вторая половинка. Мой духовный близнец. Вот эта рассудительность, здравый смысл, главенствующий над эмоциями. До сих пор не могу поверить, что мне так повезло встретить вас. Спасибо. Соня. Дура. Какая же я дура. Успокойся, пожалуйста, и скажи, что случилось. Я пообещала Ракитину выйти за него замуж. Действительно дура. Меня от него тошнит, аж скулы сводят. Ну, с другой стороны, не могла же ты сказать приличному человеку, что тебя от него тошнит? Да? Поэтому нужно было пообещать ему выйти за него замуж. Идиотка. Так, все. Я беру телефон, звоню Коршакову и говорю, что ты жизнь без него не... С ума сошла. Тогда звони сама. Так, Кать, с Коршаковым все решено. Он женился. Да, я не буду разбивать чужую семью. Хорошо. Тогда, как психолог, я могу предложить только одно. Я не могу. Я с утра в приемной комиссии. Ладно, я пойду. Спасибо. Пока. Ну пропусти! О, Ковалева. На том же месте. Ковалева, опять ты? Заглохла. Я из-за тебя на экзамен опаздываю. На какой? Я в институт поступаю. Экономики и финансов. Тогда можешь не беспокоиться, потому что экзаменатор тоже опаздывает. С чего ты взяла? Это я. Выходи из машины. Выходи из машины. Ну, выходи, выходи. Ковалева, я тебя больше никуда не отпущу. Можешь меня перевоспитывать, ставить мне двойки, издеваться надо мной. Я тебя никуда не отпущу. Ты меня поняла?